Сочи 5630.05.2018, обновлено 9.57 30 мая 2018 года 37812 Москва, 30 мая, РИА Новости. На встрече РФ, США и Иордании в Омане будет обсуждаться прекращение огня на юге Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». «Мы за то, чтобы было прекращение огня и чтобы в этом районе не образовался вакуум, который могли бы заполнить радикалы, террористы, возродиться Даиш, запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство», РЕД», сказал Богданов, отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться на трехсторонней встрече в Иордании. «Точные даты встречи в Омане пока неизвестны», добавил дипломат. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии. Решетка Иордания. Решетка Россия. Решетка США. Решетка Сирия».